Святая Церковь напоминает нам, что здесь на земле человеку явилась великая тайна, тайна Пресвятой Троицы. На берегах Иордана Христос Спаситель, вторая ипостась Пресвятой Троицы, от рук человеческих, от рук Иоанна Крестителя, принимает крещение в водах Иорданских. Бог Отец своим глазом вещает, что это есть Сын Его возлюбленный и Дух Святый, сходит на Христа в водах Иорданских в виде голубя. И тайна сия Пресвятой Троицы для нас так велика, что святые отцы говорят нам, что постигнуть ее то же самое, что чайной ложкой вычерпывать океан. И мы не будем никогда стараться постигнуть то, что не подается человеческому рассуждению, но будем только верить в эту истину, истину евангельскую, что Господь наш, Троице поклоняемый, Отец, Сын и Дух Святый, все устраивает к нашему спасению.